В Тампонском районе проверили состояние реки Алдан. Экологические рейды в районе проходят постоянно. Среди них и проверка береговой линии, а также забор воды из реки. Нина Ханарова продолжит. По плану природоохранных мероприятий Тампонская инспекция охраны природы постоянно проводит рейды на предмет проверок как береговой линии по использованию причалов, так и забор воды на анализ в районе населенных пунктов. Ну, сейчас вот я проверил 4 парома. У всех документы есть, кроме того, что не у всех имеется на руках земельные отводы на причал. Но так как они должны обязаны предоставить в течение суток. Со стороны инспекции по охране природы для судовладельцев предъявляются требования по сдаче сухого мусора, жидких бытовых отходов, сдача подсланцевых вод, уборка территорий причалов. Ведутся специальные журналы СД-36 с записями, заключаются договора на утилизацию данного мусора. Если возникает нужда сдачи посланных вод, у нас приезжает с Ханской нефтебазы, у них специальный транспорт. На обратном пути был сделан забор воды из реки Алдан, как на паромных переправах, так в районе сел Кискил, Сайды, нефтебазы поселка Хандыга, которые следуются один раз в квартал. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Сокар. НВК Саха, Тампонский район.